Жил-да был человек с ветром в голове. Нет, на самом деле, в голове его постоянно дул ветер. Почему так вышло, нам неизвестно. Вроде был у него в роду, по материнской линии, некто вентилятор. Или пропеллер его звали. Наш герой и сам точно не помнил. Если честно, он вообще ничего не помнил. Потому что ветер немедленно выдувал из его головы любые мысли. Он уж на бумажках все пробовал записывать. Но листочки затягивало в трубу, а вылетали они в виде совершенно негодным к употреблению. И газеты, которые он пытался читать, засасывало. А внутри новости, катастрофы, светские рауты смешивались в кучу и вылетали совсем уж непонятным комом. Каждый день он сидел в кафе и пил кофе, а по вечерам смотрел телевизор. Потому что в телевизоре никаких мыслей нет, только картинки двигаются. Но однажды в его голове застряла какая-то мысль. Течение воздуха нарушилось, и человек стал надуваться. Он надулся и стал выглядеть очень внушительно. Тогда все подумали, какой большой человек. Наверное, он думает очень важную мысль. И народ потянулся к нему за советами. Да и просто поглазеть на знаменитого мыслителя. Даже правительство заезжало к нему обсудить новые законопроекты. А он ничего не отвечал, весь поглощенный застрявшей мыслью. И это выглядело очень значительно. Настолько значительно, что правительство решило поставить ему памятник. Для этого из Москвы пригласили знаменитого скульптора, который ставил памятники только очень большим людям. Задача. При установке статуи нерадивый рабочий уронил молоток. Молоток ударил большого человека прямо по голове. От удара мысль вылетела, и большой человек сдулся. Так никто и не узнал, что это была за мысль. Да и сам он все забыл. Поскольку ветер по-прежнему выдувал из его головы практически все. Так он и сидит, все в том же кафе, напротив собственного памятника, и мечтает. Ах, если бы у меня была такая же важная мысль, как у этого большого человека, жизнь моя не прошла бы напрасно.